пошли, братцы, алкоголь. Нет, не вообще. Ногу шагать. Сейчас скажите спасибо, что я вас вчера отмазал. А то загремели бы, как цуцики, суток на 15. Спасибо. Спасибо? Рота, стой. Здорово. Привет. Как жизнь? Нормально. Команды сидеть не было. Ты бы пивка налила, а чё так мучишь? Маркча не наказывает. Рота, стройся. Батя, ну что за цирк, а? Разговорчики втроём. Сигареты. Рота! Шагом! Марш! Левой! Левой! Раз, Маркс, пока. Пока. Два, три. Левой! Левой! Раз, два, три. Отдай! Сейчас. Перевозь не надо! Ну что за сранцы? Хорошо, а? Ну, брата же хорошо! Ай, дядь Вася, больше не могу, сейчас помру, блин! Ничего, не помрешь! Я из вас все говно-то повыше попнишь! Батя! Ой, так они ж, что суббота, они по баням ходят. Так он и Пашку с собой берет. Ты не волнуйся, они скоро придут. Конфеткой угощайся, Мишка косолапый. Что за гости? О! А то у меня уже со двора нос чешется. Пришли, молодцы. А у нас вот Лилечка. Он же не знакомит, да не знакомит. Она сама пришла, умничка, вот. Здравствуйте, Василий Степанович. Паш, привет. Вот целое испытание, а то все. Дядя Вась, дядя Вася. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы с Лидией Петровной кофе пьем. Ага, индийский, что ты за рейсу привез. Что ты сделал? Пашка, на вас так похож, просто копия. А то. А на кого же еще? Погоди, а твои знаешь, что ты здесь? Бать, да они... Да, знают, я сказала им, что к вам пойду. И отец знает? Да. Что ты здесь делаешь, Лили? Знаете, мы с Пашей взрослые люди, и мы сами решим, как нам жить. Да, Паш? Офигеть. Ну, вот ты славно. Ну что, мать, по этому поводу можно за стол? Да, да. Бать, какой за стол? Некогда нам. Погоди, вы куда? В ЗАГС. Заявление подавай. Классно у тебя родители. Что устроилось здесь, а? Слушай, ну я что, разве виновата? Мне мама твоя с порога, Лилечка, Лилечка. Я думаю, ну ладно, буду Лилечкой. По-моему, я им понравилась. Зачем приперлась? Соскучилась. Да? Да, на. Здесь 200, остальное потом. Больная, что ли? Справку показать? Я же тебе сказала, что верну, ну. Кстати, с мужиком тогда рассчитался? Рассчитался. После всего, что было, такую подляну кинул. Извини, ничего личного, привычка. Ой, смотри, какая хорошенькая. Пойдем. Пашка, вот посмотри, может быть, тени похолоднее сделать, а? Вон, кобальту я не знаю. Слушай, а я знаю. Некогда нам. Девушка, скажите, вот... Вам как, нормально? Да, мне нравится. Надо вас... Алло! В постели попробовать. Да, да, конечно же. Марина, у тебя что, приперло сейчас? Так, сейчас, погоди. Сиди сюда. Я тебя срисую. Ага. В постели. Слушай, ты куда рассаживаешься? Я тебе говорю, пойдем. Да. Я никуда не пойду, меня никто никогда не рисовал. А голову направо? Направо. А. Ага, вот так вот. Вот чуть-чуть направо, чтобы контражурчик был. Ага. Меня Марина, кстати, зовут. Лера. Ага. У тебя лицо такое интересное. Как это сказать? Неуловимое, что ли? Во-во. Она у нас вообще неуловимая. Белый, да, Вина? Держи. Пашка, скажи Тёме, чтобы он меня записал. Куда? Куда-куда? На конкурс красоты. Мать, ты чего? Что, некрасивая?
Да ну при чем тут красивое, некрасивое? Не, ну не знаю, мужики, конечно, все красивые, а толку никакого. А так это, может, это, побежу. Побежу. Короче, выиграю. Марин, там девчонки все по 18 лет. И шо? Да куда ты со своей тридцаткой пойдешь? Никогда бы не подумала. Ну, конечно, потому что я эффектная. Вот именно. Фима! Сошьешь мне платье, чтобы я была самой красивой? Через месяцок зайдешь. Вы любезный Фима. И вам не хворать. Жлоб, да? Ну, ну все. Красиво? Да, красиво. Готово. Класс. Похоже? Пойдем. Спасибо большое. До свидания. Жених и невеста. Тише вы. Все, давай. Ой, Паш, подожди. Забыла сказать. Нам твоего тестя Виноградова. Короче, вилла ему. Скоро ему будешь передачки носить, он тебя полюбит как родного. В смысле? БХССники выпасли. У него на базе тачки левые стоят, и столец пригнали. И шо? Что-что? Все. То ли стуканут, то ли пасли. Короче, полный привет. И откуда знаешь? Широкий круг знакомств. А, в этом я не сомневаюсь. Слушай, я серьезно. Их чуть не завтра повяжут, так что там уже не отвертишься. С полной конфискацией, в общем... Ладно, на, держи. Нафига мне это? Ну, если опять исчезну, милицию отнесешь. Пока. Скажите, Лёня, чтоб по воде меньше водцов. Я их на клей поставила. Это ж не с резины, что по воде. Это не Лёня, это горе. Софья Осина, здрасте. О, здрасте. Здрасте. А я думала, или придет, или нет. Какие нынче колодки? Это перевод материала. Получайте, и чтоб я не видела. Баба Софа, огромное спасибо. Лёня, привет. Так а что, Лиля еще не приходила? Сейчас будет. Две. Да. По 22. Да я мигом. Да. На палочке. Как призывает нас товарищ Горбачев, начни перестройку с себя. Миша меня уже не слушает. Сильно грамотный стал. Давно при том. Это когда он записался как Виноградов, ну, в этом, в институте. Я уже говорил, но он уже не слушал. Он сказал, Вайншток, это хуже. А почему хуже? Я знаю. Чего хуже? Его папа был Вайншток. Его дед, мой свекор, тоже был Вайншток. Земля ему пухом. Тяжело был человек. Ну, а так и про меня Лили что-нибудь говорила? Говорила. Она на вас обоих говорила. На тебя и на Мишу. Она сказала, что ты скотина. Нет, так а что сразу скотина? Ты же сбежал. Вы же разом хотели с ней текать, я знаю. О, вот и Лилечка. Привет, ба. Привет. Обед пошли? Лилечка, а что ты с папой не здороваешься? Или вы уже таки виделись? Так идешь или нет? Я мороженку покушала. Баба купила, мы покушали. Нормально есть, собираешься? Здорово. Так я уже не хочу. Ну, тогда я пошла. Иди уже. Баба Софа, рубль не разменяешь? Да хоть два. Ли! Да подожди ты! Что, мне уйти? Слушай, можешь мне навсегда уйти, а? Да как хочешь. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, может, я по делу приходил? Ой. Ну, вали. Сам вали. Свалю. Вали. Только отца твоего завтра менты повяжут.
что ты сказал? Что слышала? Салон люкс, магнитола первого класса, коврики велюр, все в лучшем виде. А это? Точно такая же. Они одинаковые, да. А почему не продается? За нее дали задаток. Я хочу ее. Не могу, извините. Я обещал людям. Они же одинаковые, какая разница? Ну, дело в том, что… Она что, лучше? Да, ну вы же сами видите, что нет никакой разницы. Михаил Борисович. Ну, она просто шла на экспорт. АТК чуть строже, сборка, то, сё. Сколько? Беру. Мамука, оформляй. Что же я людям скажу? Скажешь, украли. Откуда ты знаешь? Неважно. Это точно? Не знаю, мне сказать. Кто? Какая разница? Ты ему скажи. Ну, мало ли что. Все, давай, пока. Стой! Сюда иди. Что еще? Хорошего понемножку. Это что? Да это Маринка нарисовала. Красивая. А это кто? А я знаю. Просила, чтобы рамочку купил. Да ты ж помял все. Да я дома утюжком. Ну тогда до вечера. А меня она может нарисовать? Может. Тогда пусть нарисует. Буду у тебя на стенке висеть. У нас! Посмотрим. Ничего страшного, не на голову. Девушка, девушка, давайте к нам. Нет, ну что вы, давайте, давайте, это вы тут до вечера. Ой, подождите. Мужчина, ну правда, совсем мест нет. Да тут с утра занимать надо. Вы знаете, у нас на пляже тоже много народу, но чтоб такое. А у нас это где? В Куйбышеве. В Куйбышеве? Да. Степаныч, подъем, у нас квартирантка. А, Б, давай. Здравствуйте. Давай. Здравствуйте. А мы из Тольятти, землячка. Правда? Да, Саша. Светлана. План первого квартала собственными силами был выполнен на 127%. Не снижены темпы и вообще. Кто тебе сказал? Ленка Терехова. У нее отец в ОБХСС работает, ты же знаешь.
Она слышала, он там с кем-то по телефону говорил. Пап, ты что, правда воруешь? Лиля, я дела делаю. Скоро все, что я делаю, станет законным. Вообще все вокруг изменится. Совсем скоро. Но пока никому ни слова, поняла? Иди домой. Пап. Дотя. Водилы тольяттинские еще не отчалили? Куда отчалили? Они на пляже загорают. Миха, они завтра отчаливают. Тогда делаем подъем, Биджо. Оформляй документы в Ильичевск. Быстро. Пусть грузят восьмерки и туда на стоянку. Позагорают пару дней. Почему? Да потому что, Гуранчик, в Ильичевске море лучше. Мамука, Шило! Садаха! Мамука! Извините. Извините. Извините, я думал, это они. Никого нет. И там ищи, давай. Ой. Дай полотенце. Извини, дорогой, обознался. Пас, пас, где пас? Тетя Гурам! Тетя Гурам нашел! Нашел! Мальчики, а можно с мячом подальше? Степаныч! Степаныч! Степаныч, что? Дорогой! Что? Надо вставать! Давай, поехали! Тревога! Саша, быстренько, давай! Собирай вещи, давай, мамука, давай! Ильичевск едем, на день машины перегнать надо! Ты нормальный? Ну, ха-ха, на два! Встали! Поехали! Мужики, ну чего, а? Поехали, дорогой мой, давай! Какой Ильичевск? От меня тянет! Светочка! А я думал, судьба. Пацана собери! Девушка, извините, прошу вас. Ничего страшного. Я глубоко извиняюсь. Тёмыч, я сейчас блевану, это что такое? А мне нравится. Шагай. Мама, дорогая. Что происходит? Привет. Профессор. Привет. Знакомьтесь. Рогов, Дмитрий. Серьезный человек. Паша. Я в курсе, барабанщик. Типа того. Тоже играешь? Свободное время. Научился по самоучителю Вещицкого. Кого? Вещицкого. Между прочим, это выдающийся гитарист, известный педагог. Короче, Димыч, ты лучше объясни, как здесь, что педагог-то наш? В общем так, система доведена мной до совершенства. Пишем на ускоренной. Получается в день по 12 кассет с каждого. На ночь ставим еще по одной. Если клиент приносит свою запись, ставишь любое вперед. Что-то путное. Нам делаешь копию. Хотя это редко бывает. 10 рублей фирма, 7 наши. Всего делов-то. Паха, с каждой кассеты рубль ваш. Слушайте, можете этому татинь выключить, а? Я сам пухну, что делать-то? Народ тащится. Так, меломан, тебе все понятно? Понятно. Я помчал. Вечером буду. Увидимся. Давайте. Директор. Тип того. А? Лучше, чем это слушать. Согласен. Дрей, сейчас клиент попрет. Рубль с кассеты.
Да нет, вроде. Эх, пивка попили, позагорали на солнышке. Сейчас еще гаишников до кучи и... Тьфу-тьфу, молчи, дурень. А то непруха как прицепится, хрен отстанет. Да, эх, Светочку жалко. Такая Светочка, в такой юбочке. Куда прешь, дура? Жить надо! Ты чё, курица ты тупая? Слушайте, вы же в Ильичевск едете. Куда вы меня везете? Ну и что? Знаешь, какое там море? Лучше, чем в Одессе. Ну, а как же я в Одессу-то берусь, а? Делов-то. Такси закажем. Может, тебе и уезжать не захочется, а? Чего? Чего? Ну-ка, тормози. Кстати, прекрати. А для Романа Степановича подружка есть? Сань, тормози. Степаныч, ну ты понимаешь. Чё? Ты у нас мужик видный, в полном рассвете сил. Да. Да? Дядь Ром! Саня, сам все видел. Здравствуйте, Михаил Борисович. Садитесь в машину, и ты, Лена, тоже. Быстрее, быстрее. Пока, Пэт. Пока. Лена, что ты слышала? Про что? Про меня, про мои дела. Что твой папа говорил про меня по телефону? Ну, по телефону говорил. Папа... Помолчи, пожалуйста. Что он сказал конкретно? Когда, Михаил Борисович? Про меня, про машины. Ну, ты же Лиле сказала. Да ничего он не говорил. Вы о чем? Лиль! Папа, это... Лиля! Ладно. Лена, иди. Папе привет. До свидания, Михаил Борисович. Угу. Лиль, пока. Ты ему поверила? Этому ублюдку. Почему мне не сказала, что это он наплел? Почему? Я думала, ты ему не поверишь. Конечно, я бы ему не поверил. Я тебе поверил. А эта тварь меня под раздачу. 5 машин. 5, Нина. По 10 000 каждая, ты понимаешь? Люди мне свои бабки доверили, я их просрал по твоей милости. Миша, пожалуйста, не кричи на ребенка. Он не мог. Что? 25-й выпуск. Конечно, он не мог. У него бы мозгов на это не хватило. Ясно, что не сам. Я этих умников найду. Твоему гаденышу ноги переломаю. Миша, прошу тебя. Нина, уйди отсюда. Ты ничего ему не сделаешь. Сделаю. Я ему такое сделаю. Передачи новый лауреат премии Калинги, герой социалистического труда. А ты в Ленинград поедешь. И на следующий год. А завтра будешь там учиться. Да, Нина? Ну, там же такие перспективы. Но ты же сам не хотел. Хотел, не хотел, когда это было. Пап, я никуда не поеду. Ты думаешь, я тебя спрашивать буду? Не просто поедешь, полетишь на самолете, как миленькая. Я никуда не поеду, ты его пальцем не тронешь, понял? Лиля, открой дверь. Ты как с отцом разговариваешь? Лиля, это все твое воспитание. Видел? Которое приносит соответствующие плоды. Лиля, открой дверь. Открой дверь немедленно, Лиля. Лиля! Ну, я прошу тебя. Нельзя было бы передавать как-то.
Алло. Алло, привет, ты дома? Нет, блин, на пляже загораю. Сейчас поднимусь. Давай. Уходи. Лиль. Совсем уходи. Все. Подожди, что случилось? Эти машины украли. Я сказала папе, он их увез и их украли. Как украли? Теперь он деньги должен огромные. Зачем ты это сделал? Да ты что? Я ж предупредить хотел. Ты думаешь, я что ли? Подожди. Пусти. Я-то тут при чем, Лиль? Ты что, не веришь мне? Я папу позову, уходи. Не, Пах, ну ты что, крайний, что ли? Чего ты теряешься? Иди сдай эту Валеру ментам. В смысле сдай? А что такого? Да ничего. Стрёмно просто, там же менты. Тачки палёные. Знаешь, если они впрягутся, Борисычу вообще край. А она, может, совсем не при делах. Пах, это она не при делах, да? Тёмыч, не факт. Она ж сама пришла, 200 рублей принесла. А про тачки она так, в конце сказала. Слушай, если Борисовича на такую сумму кинули, тебе вообще повезло, что жив остался. Может, исчезнуть на время? Слушай, вот я ее сначала найду, узнаю, что она, сам лично грохну. Бабки сначала свои заберу и грохну. Да ты еще с хрен найдешь. Найдешь. У Березки надо попасти. Работа. Тёмыч, я вздернусь целый день, блевотню эту слушать. Слушай, я худею, дорогая редакция. Значит, для тебя 500 рублей в месяц – это не деньги, да? Деньги? Да, короче, не знаю. Вообще по барабану. Команду надо свою собирать. Рогов – это твой нормальный парень. С виду додик, конечно. На гитаре рубит, мама дорогая. Алло, маэстро. Маэстро, ты вообще в адеквате, нет? Ты с геморроем своим разберись сначала. Разберусь. Не, Паха, ты что, серьезно? Группа? Ну а что, или я не прав? Да прав, блин. Алло. Бухаете? Отдыхаем. А что случилось, пацаны? Да не, ничего. Все нормально. А это что за чмо? Хипуешь, чучело? А тебя колышет? Ты что так борзо отвечаешь, потлатый? Слышь, шли себе, так и шли бы мимо. Ля, еще один борзый. Че, сильно здоровый? Есть, малех. Слушай, давай без кипиша, хорошо? Мы здесь отдыхаем спокойно, никому не трогаем. А что ты с этим тусуешься? У вас нет какой тёлки. Может, тебя побрить? Тебя побрить. Что ты сказал? Ну иди сюда. Тебе надо, ты иди. Бздишь, потлатый? Ага, аж трясусь. Слушай, если вы хотели позаниматься, занимайтесь спокойно. Мы как раз собирались уходить, да, пацаны? Минус один. Что творите?
Я тебе сейчас голову пристрелю. Все нормально, волыну убери. Ты че? Считай до трех. Раз. Два. Три. Увидимся, пацаны. Вали отсюда. Что стоим-то? Ноги делаем, ноги. Саня, давай. Понт взяли, понимаешь? Чтобы я дернулся. А у них все наготове. А я повелся. Витя, а как не повестись? На трассе перехватили в наглую. Так, значит, хлопец у нас получается заслан. Да мстит, паршивец. И это за шо? Да. На дочке моей собрался жениться. Ну, я ему объяснил, что к чему. Неравный брак. Картина художника Пукерева. Чего? Фамилия смешная. Пукерев. Художник такой был. Я в огоньке картинку видел. Да это тут при чем? Не, не при чем. Там старый дед на девчонке женится, а у вас бедный на богатый. Другая история. Мне бы козлов этих найти, а там, короче, сам разберусь. Ну, пацана я тряхну, но так. Гарантия немая. Как говоришь, зовут его? Харитонов. Павел, сделаешь? Как только так сразу. Ладно, все, пошел. Давай. Михаил Борисович. Да? Вообще-то я за бедных. Что, блин? Случайно? Ты же мне спецом сказала. Короче, Валерия, или как вас там, Светлана Евгеньевна, тачки где? Тачки где? Ну-то вы вешаете, чего вы кричите? А куда я повешу? Куда я повешу? Идите вон на первый этаж и там вешайте свои вещи. А куда надо, туда вешайте. А мне даже трусы свои некуда повесить. Да тоже у вас трусы такие, что не всунешь, не трусы, а какой-то парашют, ей-богу. А ты свои трусы видела? Здрасте, Уйцов. Здрасте, Утлор. Здрасте. Привет. Это ты мне про трусы сказала? Да надо ты меня, чтобы я вешал. Харитонов. А? Павел. Что? А все.
За что, товарищ майор? Что я сделал-то? Павел Васильевич, когда сделаете, будет уже поздно. У органов какая задача? А? Не только карать, но и воспитывать. И особенно советскую молодежь. А то как бывает? Советская молодежь от лишнего здоровья нафулиганит. Ну, там, в морду даст кому-нибудь у березки, какому-нибудь честному спекулянту. А потом бац, и вступает заговор с преступным элементом. Вы о чем? Сколько от Одессы до Магадана? Что? Я спрашиваю, от Одессы до Магадана в километрах примерно сколько? Я знаю. Ну, 10, наверное. 11 с копейками. Ну, это оттуда сюда, а отсюда 2 шага. От камеры до автозака. Ша. Вчера прямо с автовоза было похищено 5 автомобилей ВАЗ-2108. Слышали про это? Да нет. Откуда? Ну, я так и думал. Все свободно. В смысле, идти могу? А что, остаться хотите? Нет. До свидания. Жак, проводи. Я вышел, Олега, думаю, ежели он не попка картонный, то сразу к старшим побежит. На чем мы сидим? ФАС. Понял. Ты что, совсем наглый? Улыбайся, улыбайся. Ты что, братан? Как мне эту девку найти, Лера или как там ее, а? Да ты что? Братан, откуда я знаю? Я ж не с ней, клянусь тебе. Где она сейчас, пузо? Не надо. Гори. Пожалуйста, не надо. С Краснофлотской. С Краснофлотской она, где гастроном? Какая квартира? Квартира, ну я честно клянусь, не знаю, пожалуйста. Тихо, ну. Там. Арка. Второй этаж, 2 окна. Я больше ничего не знаю. Там пожарная лестница. Еще. Молодец. Улыбайся. 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 Слава, ФАС! Пошли, 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 пошли! Пошли! Скажите, а есть пожарная лестница? Да, есть. Сима. Пошли, 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 пошли! Лерка здесь живет? Ну, рыжая такая. А, Лерка! Лерка! К тебе пришли! А с парадной слабо зайти, как люди ходят. Лерка! Лерка, ты готова или как? Алло! Лерка! Лер! Ну! Скажи своим, чтобы через парадный ход ходили, как все люди. Понятно? Ты откуда? Верблюда.
Что ты молчишь? Знала же, что я к Виноградову побегу. Специально ведь сказала. Знала? Конечно, знала, Буратино. Чего не знать-то? Да ты взялась вообще, а? Всю жизнь мне пересрала. Алло! Не ори, тут слышимость. Да по барабану мне слышимость, пусть все слышат. Пришла такая, на 200 рублей, тварь наглая. Что думаешь, на этот раз соскочить получится? Ты мне все до последней копейки отдашь, поняла? Виноградову за машины тоже. Меня цыгане нашли. И что? Все. Я прихожу, они уже здесь сидят. Мне за шкирку и вперед. Так они адрес узнали? Ну, не знаю, ты тоже как-то узнал. Ну и что они хотели? В пузо пару раз дали, трахнуть хотели. Трахнули? Передумали. Да они хотели, чтобы я к Борису Исаковичу отвела к этому еврею из Кубки. А я понятия не имею, где он. Они говорят, тогда давай бабки, 40 и 20 сверху. Ну и про тебя спрашивали. Помоги. Сдала? Нет. А что тебя сдавать-то? От тебя польза, как с козла молока. А надо было сдать. Ты же не Зоя Космодемьянская. Да при чем здесь это? Им деньги нужны были, понимаешь? Откуда я их, по-твоему, взяла бы? А Виноградовым я давно интересуюсь. Он левыми машинами занимается. Ну, я им предложила этот вариант, они согласились. Все просто, ты тут подвернулся. Дальше дело техники. Что думаешь, я поверю? Это потрясающе. Мужик, ты чё, перед носом по гальмам? Ты чё, клоун, а? Послушайте, мой расчет оказался почти безупречный, не считая крошечной погрешности. Степаныч, потрясающе! Потрясающе! Я тебе чуть мозги не вывел! Абсолютно исключено, коллега! Я же двигался строго по синусоиде относительно вектора вашего движения. Чего? Вы, конечно, можете возразить, мол, ускорение. Я вам отвечу. Что такое ускорение? Ускорение – это величина, характеризующая быстроту изменения скорости по ее численному значению и по направлению, так? Ну, вот. Обозначаем. Мой автомобиль – точкой А. Ваш тягач – точкой Б. Мужик, какая точка А, блин? Какая точка… Тихо, принимаем ваше ускорение как положительную величину, а мое торможение как отрицательную. Элементарность расчетов дает однозначный ответ. Точки А и точки Б не могли встретиться, ну никак не могли. Но вмешалась погрешность, а именно инерция точки Б. Так что, господа, из-за вас пострадал мой любимый автомобиль. Так что думайте, думайте, господа. Ты что-то понял? Так... Короче, восьмерки мы цыганам отдали. Так что дышим ровно. Ты понимаешь, что если я бы тачки не подогнала бы, они бы и тебя нашли? Меня в ментовку таскали сегодня. Зачем? Зачем? Ну что ты им сказал? Ничего. Сказал, что не в курсе. Правильно. Ты здесь ни при чем. Понятно, ни при чем. Мне вот это все вообще... С Лилькой теперь что делать, вообще непонятно. Да ладно тебе. Помиришься со своей Мальвиной. Ну, а если нет, я не очень расстроюсь. В смысле? Потому что ты мне самой нужен. Thank you.
За ремонт с тебя половина.